Всем привет! Вы когда-нибудь задумывались о том, кем и когда были изобретены рубашки с короткими рукавами? Оказывается, такие рубашки были изобретены военными. Некоторые источники говорят о том, что такие рубашки были изобретены британскими военными в конце 19 века. А другие источники говорят о том, что они появились в гардеробе американских военных в 30-х годах прошлого века. Не знаю, кому верить, но я точно знаю, что рубашка с коротким рукавом – это незаменимый предмет гардероба для жаркого лета в большом городе. Итак. Рубашки с короткими рукавами бывают нескольких видов. Во-первых, у них могут быть разная длина рукавов. Может быть короткая, может быть до локтя, а может быть 3/4, как в этой рубашке. Классические рубашки с короткими рукавами обычно приталенные, так как их носят с классическими брюками, со стандартным воротником, похожим на сорочку, которую мы носим под костюм. Здесь самое главное правило – никогда не носить рубашки с короткими рукавами, даже если они классического кроя, под пиджаками, с костюмами. Это табу. Второй вид рубашек с короткими рукавами для более неофициальных образов – это гавайки. Изначально они были более яркими и цветастыми, но дизайнеры придумали более минималистичные образы, однотонные, для носки в городе. У них открытый воротник вот такого вида. Они более объемные, широкие. Их можно носить как угодно. Можно на выпуск с широкими брюками. Или заправленными брюки, если вам надо обязательно подчеркнуть свою талию. Если вам не по душе минималистичные образы, однотонные, то тогда можно рассмотреть как вариант color block или с принтами. Третий вид рубашек с короткими рукавами – это рубашки с воротником-стойкой. Видите, вот такая стоечка. Можно носить застегнутой пуговкой верхней, а можно расстегнуть, и получится более такой богемный образ. И последний вид рубашек с короткими рукавами – это спортивные. У них вообще нет никакого воротника. И обычно их носят с джинсами или с брюками карго. Если вы прямо сейчас задумались о покупке рубашки с короткими рукавами, то прежде всего выбирайте рубашки из 100% натурального хлопка или льна. Никакой синтетики, поскольку вы носить их будете жарким летом, а тело должно дышать. Приятных покупок! Пока!